римская красота, римский цвет здания. Очень красивый, конечно. Такой немножко сиенский напоминает. Вот самый лучший магазин в Риме. Будет сивый магазин в Риме, девочки. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот умеют итальянцы, конечно, делать красиво. Ну и выбор неплохой. Выбор неплохой. Фарназетти. Мы в этом бутике замечательном, прекрасном, великолепном. И хозяин бутика, Айо Деона? Yeah. О, обалдеть. И у них есть два очень специальных аромата, которые делают именно парфюмеры для их бутика. Один. Вот этот. Сейчас мы его покажем вам. Здесь у нас идет, конечно, маск, мускус, леда, самамбер. Очень такой специфический. Привет, девочки. Thank you, beautiful people here. Спасибо. Так что да, Рамон, он сделал специально для них вот такую композицию. Ее вы можете найти только в их бутике, эксклюзивно в Италии. То есть если вы будете в Риме, во Флоренции. Yes, Милано, то есть все в Италии. Вот этот аромат. И следующий от Ксерджов. Ксерджо, your friend. Yeah. The friend of our company. Mm-hmm. This is Nero 70, Black 70. It smells gorgeous. Mm-hmm. It smells like Italy, yeah? Yes, smell like Italian coast. Italian. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Для меня это такая прям свежая, знаете, здесь и бергамот, и нероли, и вот такая вот прям ривьера. Ривьера Дольче Вита. Musk amber. Musk amber. Yeah, because it's not so fresh, it's like a little twist. Yeah. Twist. Exactly. Так что, если вы будете здесь, приходите в вот этот бутик и выбирайте именно вот эти ароматы, потому что вы их только здесь можете найти. Thank you. And what's your name? My name is Diego. Diego. Nice to meet you. I'm Olga. Nice to meet you. Спасибо. До свидания. О, прекрасно. Это, да, вот это Рим. Такой... Ну, менее туристический, наверное, как Ватикан, район ближайший к Ватикану. Мы сейчас идем. Антик. Ну и вот эти, конечно, терракотовые здания, конечно, очень мне нравятся. Красиво. Очень красиво. И в этом свете. Такой вот чик. Еще одна скромная церковь. Храм бесподобной красоты, бесподобной. Вот так, вот так.
Это еврейский квартал, да ведь? Нет, слева, вон гетто слева. Испанская лестница. В эти пармы какой-то обалденнейший календарь. Рождественский. О. Красота какая. Hello. Свечи. И миниатюры такие приличные. Крем. Прелесть какая. Прекрасно. Серия колонн разных под циферками. 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Прекрасные. Расскажу потом о них в Телеграм. В Дипарма. Что, брать или не брать? Не надо? Пойдем в все парфюмы. Вот она, площадь Венеции. Мы вчера здесь гуляли. А сейчас едем. Распакуем с вами новый аромат от Kilian. Да, подсела я на эту марку, на этот бренд. Вот он мой красавец, Black Phantom, Memento Mori. В Риме относила пробник, и там же в Риме купила себе флакон. Потому что, ну, как-то вот все, знаете, так сложилось. Очень красивый аромат. Кофейно-ликерно-шоколадный, не сладкий, сложный, очень красиво играет в течение дня. С удовольствием буду проживать в нем счастливый момент. Самые прекрасные вещи для кофе. Обожаю эти чайники. Ну, это не чайник, конечно, называется. Оранжевая просто прекрасная. Оранжевая. Сейчас тем иду. Или розовая. Смотрите, какая красота. Сейчас, малыш, иду. Красненький на одну чашечку. Выставка Ван Гога проходит. Палаццо Бонапарте. Вот такой ночной Монтепульчано. Посмотрите. Куртка нормальная. Тим, я сейчас сниму. Пожалуйста. Как? Тут немножко грязно. Посмотрите, уже огни зажгли. Сейчас выйдем на площадь. Ну вот, это еще... Это установлено уже? А, нет, это уже установленная такая декорация. С шариками. А вот здесь было лайт-шоу, световое шоу, но сегодня нету. А вон елочка.
Говори дальше, Тим, что там пишешь. А вот это Медичи подарили Сиене, вот этот вот колодец. И вот там вот Медичи герб с шариками. Никто не знает, что он обозначает, что обозначают эти шарики. Так они подарили этот колодец. Приехали в Сиену, и сегодня в воскресенье, тут, по-моему, каждое третье воскресенье, небольшой такой развальчик, красивый. Сейчас посмотрим, что здесь дают. И чашки. Жаль, что их нельзя никуда увезти с собой. Вообще, конечно, тут особо нечего ловить. Опять прекрасный дом, сиенский, мы уже внутрь не пойдем сейчас, мы были, гуляем, просто гуляем, наслаждаемся красотой этого удивительного города. Спасибо.